Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный и нежный салатик с курочкой. Присоединяйтесь! Первым делом замаринуем лук. Для этого луковицу нарезаем кубиком. Перекладываем ее в мисочку. Посыпаем по 1/4 чайной ложки соли и сахара. Добавляем 1 чайную ложку яблочного уксуса. Заливаем горячей водой, чтобы она покрывала лук. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. Тем временем удаляем кости с отваренных в подсоленной воде до готовности бедра и голени курицы. Нарезаем кубиком. На крупную терку натираем 3 отваренных крутую яйца. Также на крупную терку натираем 100 грамм сыра. Кубиком нарезаем 2 томата. Приступаем к сборке салата. В блюдо для подачи выкладываем кулинарное кольцо диаметром 15-16 сантиметров. Первым слоем выкладываем курочку, поливаем майонезом. С лука сливаем воду, даем ей стечь. Выкладываем на курочку. Равномерно распределяем. Теперь выкладываем яйца. Равномерно распределяем и слегка придавливаем. Поливаем майонезом. Теперь сырочек. Снова майонез. И завершающий слой томаты. По желанию их можно присолить. Накрываем пакетом и отправляем в холодильник на 1-2 часа настояться. По истечении времени убираем кулинарное кольцо и подаем салат к столу. Он получается нежным и вкусным. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.